после событий 9 апреля мы только о том и думали, что больше этого никогда не повторялось, что у нас так мало, что мы не имеем права терять своих дочерей и сыновей. Человек честный, настоящий, немногословный, добрый. Он не сказал бы лишних слов. И все внутри это копыт. И вдруг именно этого человека. То есть получается, что этот человек сейчас стал общим. Никого сейчас я не виню. Наоборот, я сейчас в этот день от имени своего народа приношу им глубокое соболезнование и абхазскому народу из-за того, что они тоже потеряли. Из-за, может быть, не стоило этого. Началось это приблизительно около 7-8 часов. Первая партия пострадавших поступала в основном тупыми травмами, нанесенными различными предметами. Ближе уже к 10 часам стали поступать больные с огнестрельными ранениями черепа, туловища, конечностей, с различными травмами. Вечером, чтобы не быть многословным, я скажу вкратце, вечером начали лететь в окна всякие металлические предметы, камни. И с ревом, с криком наш адрес всяким ругательством. Вся эта толпа кинулась к окнам школы, они разбили окна и бросились в коридор на второй этаж. Начали бить, безбожно меня били, наверное, человек 25 или 30. После первого удара сразу же у меня рассыпалась голова, и кровь полилась, мне надо было глаз вытирать, чтобы смотреть. Я ворвался в класс и как мог защищался, то партой, то стульями, но ничего не помогло, они в течение 15-20 минут меня били очень сильно. В конце они, наверное, подумали, что меня уже нет на свете. Ну, среди 31 трое было абхазской национальности, остальные были все грузинской национальности. Я уверяю вас, что грузинское население никогда вооруженное нападение не совершало ни на какое нацию, тем более на абхазцев, с которыми мы живем столетиями вместе, в дружбе, в согласии, жили. Около пост КАИ стояли ребята вооруженные, гражданские. У кого какие оружия, там двухстволки, автоматы, пистолеты, даже была граната. И национальность, по-грузински спрашивали. Но не было паспорта, не знал по-грузински. Потом что-то себя обставили, взяли, вытащили с автобуса. Держали мне 8 суток. Из 8 суток каждый полчаса почти ребята приходили, разговаривали. У нас враг один, зачем вы хотите, короче, отталкиваете своих братьев? И хотите с русскими соединиться. Вам же, говорит, с ними, говорит, не жить. Через течение года, говорит, ваши абхазцы, говорит, ни одного человека не будет в Абхазии. Здесь владела психология толпы. Я думаю, что соответствующие органы разберутся, когда в процессе следствия, кто виноват в этом, кто повинен, кто организовал это. Но вот если посмотреть здесь на карту, то, в общем-то, картина не очень-то веселая. Я сижу около своего дома, да. И проходит белый «Жигули». Ага. Без номера. И прямо ружье держит. Наши соседи там стояли. Не боятся, как не боятся. Я старая женщина, и ружье прямо на меня. Конечно, я буду бояться.
Все. Вчера поехал за детьми, они плакали. Отец говорит, возьми меня домой, говорит, лучше где ты умрешь, там умру, а я тоже. Ну да куда, я не могу, нервы меня не хватает, чтобы мои дети у меня дома не находятся. Ну да куда жить, да? Поэтому наша сейчас задача изъять у обоих сторон оружие. Оружия еще много. Вот на сегодня на утро мы уже изъяли у населения, издают 1122 ствола. Вот. Из них 2 пулемета, 19 автоматов, 69 карабинов, 900 килограмм взрывчатки, 7 мин. И дальше будем. Но это 20% только того, что имеет. До тех пор, пока в руках молодчиков и бандитов находится такое количество оружия, мы не имеем ни морального, ни такого права уйти. А это сейчас главный раздор и главные причины, которые в любой непредсказуемый момент может вызвать обострение в стране. Вот. Для того, чтобы был мир и спокойствие, мы есть. И никому не надо мешать. Это наш конституционный долг. Это наша главная задача. Вот. И уж доверьте нам, и поверьте нам. Доверяем. Вот видите, мы 19 числа. На вас надеемся, вы. Первое, значит, решить антигрузинскую кадровую политику и взять огнестрельное оружие как той части Грузии, так и в этой. Ввести в Абхазскую, на территорию Абхазской СССР грузинскую милицию. И четвертое, наказать инспираторов кровопролития. Какими методами можно добиться этих целей? Мы добиваемся, мы и все, значит, неформальные организации Грузии добиваются этого мирными способами. Это митинг, демонстрация, петиция, забастовка и так далее. Я тоже успокаиваю, как могу. Ну, я призываю народ, чтобы оружие не брали в руки. Если они политически хотят что-то достигнуть, только вот такими мирными митингами, мирными выступлениями, забастовками и вот таки. Иначе оружие для нашего народа это губительно. Все же мы, народ многочисленный по сравнению с абхазским, и должны опять-таки сделать шаг на уступку. Это влияние или нет, я не берусь судить, но вот такой приятный момент, который говорит о том, что на завтра после этого здесь, в городе Зугдиде, появились такие листовки. Это перевод грузинского, хельминца, который использует преступных целях оружия, имеющиеся население, будут строго наказаны и объявлены предателями. Обязательно наказать виновных. Пока мы не найдем этот дракон, который очень много головы, и не будем рубить это с плеча. Я не говорю, я объективно сейчас хочу сказать, не в одну сторону, а с двух сторон. Это надо этим людям мешать. Потому что нельзя как какие-то вещи, которые не стоят человеческий резерв, чтобы мы использовали, как будто это не национальная партия. Это не политическая борьба, это амбициозная борьба людей, которому это выгодно. Кому выгодно? Ну, я не знаю сейчас кому, коррумпированных людей, которые в этой суматохе, в этой мутной воде находят повод, чтобы отвлечь внимание от себя, и потом это переходит
совершенно другую сторону. Создаются какие-то русские. Это не похоже. Это больше похоже на серьезные дела, чем, допустим, политические национальные. Мы многих уже зачинщиков, виновников, участников знаем. Вот. Mm-hmm. Все они получат, как по-русски говорят, по заслугам. Mm-hmm. Можете быть уверены. По преступлениям, совершенным в ходе событий в Абхазской ССР, следователями органов внутренних дел возбуждено 43 уголовных дела. Мы понимаем и сами стараемся этот процесс ускорить, но доказать, объективно доказать истину, не торопиться в этом деле, это главное. Стрелять, стрелять, стрелять.